Вопросы благоустройства населенных пунктов, создания комфортных условий для проживания занимают важное место в деятельности администрации сельского поселения. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» большая работа проводится по благоустройству дворовой площадки, объединяющей три многоэтажки по улице Заводская в Дмитриевском сельском поселении. В рамках комплексного развития сельских территорий благоустройство дворовых территорий в поселке Дружба проводится благоустройство этих трех домов. Дворов получается Заводская 37, 39, 41. В ходе ремонтных работ будут установлены детская, игровая и спортивная площадки, скамейки, урны и освещение всей территории. Будут установлены бордюры для пешеходов, оборудованы тротуары. Благоустройство включается не только реконструкция подъездных путей, но мы с учетом мнения жителей учли дополнительные парковки. Здесь, вновь образуется детская спортивная площадка, которая была уже в таком плачевном состоянии. Ее на более современный вид все это будет сделано. Уличное освещение, лавочки, которых здесь не было. Вот этот тротуар, как вы видите, тоже здесь его не было. Весь проект, в принципе, был согласован с жильцами этого дома, чтобы учесть их мнение, их пожелания, их наказы. Изначально, когда работа проводилась еще на стадии документации, мы практически 2-3 раза их собирали здесь, обсуждение проходило, обсуждали, что где-то заменить, где-то что-то добавить. На сегодня люди здесь живущие довольны. Когда начали работы и сроки? Работы начали, из-за климатических условий, погодных условий, очень поздно, к сожалению. Да, срок окончания, я думаю, уже в ближайшие дни, уже тут осталось, мы на финишной прямой, осталось буквально, максимум неделю-полторы.